Чебоксарах сегодня открылся большой спортивный форум – чемпионат России по тяжелой атлетике. Спортсмены со всей страны в течение недели будут бороться за звание сильнейших. В турнире участвуют чемпионы мира, Европы, медалисты Олимпийских игр из 43 регионов страны. Всего спортсмены разыграют 15 комплектов наград. Атлеты соревнуются в двух упражнениях – рывок двумя руками, толчок двумя руками. Борьба идет жесткая. Конкуренция высокая. Эти соревнования являются отборочными для выявления сильнейших для участия в чемпионате мира в ноябре месяце этого года. В престижных соревнованиях участвуют и атлеты из Чувашии. Анатолий Иноходов, Ирина Баймулкина, Наталья Хлесткина и Яна Мохина. Волнение всегда присутствует. Сколько бы соревнований не было за спиной, все равно переживаешь. Мне кажется, так и должно быть. Этот старт сейчас для меня очень важен. Показать хороший результат и всех обойти. По итогам сегодняшнего дня Яна Мохина третья по сумме баллов в рывке и толчке.